Музыкальная школа номер один находится в центре города и хорошо известна родителям, которые решили дать музыкальное образование своим детям. Она была организована в 1934 году и с тех пор оказывает непрерывное воздействие на формирование культурной среды в Новосибирске. Здесь произошло радостное событие. В рамках национального проекта «Культура» и проекта «Культурная среда» школа получила новый концертный рояль, музыкальные инструменты и литературу. Это увеличивает наш потенциал значительно очень. Конечно, это расширяет возможности и преподавателей. Это огромная радость и удовольствие для детей. Это малый концертный рояль. Поскольку у нас зал не такой большой, для нашего зала этого инструмента вполне достаточно. И, конечно же, новое качество жизни. Серия «Николай Рубинштейн» специально разрабатывалась для музыкальных школ, поэтому такие рояли соответствуют всем требованиям. Они должны быть крепкими и безопасными. Например, у него легко открывается крышка и есть специальные доводчики. У нас есть такие технические особенности, которые присущи именно нашим инструментам. Это длина пюпитра, то есть он длиннее, чем обычно. Можно играть в 4 руки, расположить необходимое количество нот. Также часть пианино, вот где у нас клавиатура располагается, штуль-рама, она усилена цельнолитой металлической плитой, поскольку именно на эту часть приходится основная нагрузка. И чтобы инструмент служил долгие-долгие годы, мы вот эту часть усилили. У рояля не только красивый внешний вид, но и романтичный мягкий звук, оценить который смогли ученики школы на первом знакомстве с этим инструментом. Продемонстрировал все возможности нового рояля известный новосибирский пианист Дмитрий Карпов. И теперь, после такого торжественного приема, можно ожидать, что новый рояль послужит верой и правдой не одному поколению воспитанников, продолжателей славных традиций первой музыкальной школы.